Что делаешь, парень? Чего шныряешь по кораблю? Просто осматриваюсь. Что, нечем заняться? Чем скорее ты все сделаешь, тем скорее это закончится. Один момент. Куда летим? Давай, Кэл. Мы подождем. Буду прослушивать передачи имперцев. Я думал, Империя не знает о существовании Богана. Все верно. Но мы должны сохранять бдительность. Ошибки нам дорого обойдутся. Да, ты права. Хорошо, что ты начеку. Подожди. Тут безопасно медитировать. Нужно сосредоточиться. Эй, Беди один? Я Кэл. Я в норме, так. Ищу кое-кого. Нет, не тебя. Мне нужен джедай, вроде как. Постой, ты знаешь, где джедай? Куда это ты? Эй, постой! Ты что, взломал ее? Спасибо. Вот хранилище, о котором говорила Цере. Там тот, кого я должен найти. Есть идеи? Надо как-то преодолеть это пространство. По тросу?
Вау! Ты знал, что это сработает? В смысле нет? Видимо, заблокировано. Осторожнее там! Выглядит опасно. Тут прямо как на свалке. Держись, бедняга! Я иду! Тот, кто здесь жил, обустроил внутри склад для еды и припасов. Могу помочь. Что скажешь? Ладно. Так. Щуп слегка поврежден, но я поставлю тебя на ноги. Так. Вставай. Вот как? И я в хранилище иду. Ну что ж, сперва надо как-то отсюда выбраться.
Биди, я здесь не пролезу. Не переживай, я выберусь отсюда. Тесно, но попробуем. Эти лианы куда-то ведут. Надеюсь, выдержат. Да, я в норме. Это что, Стим? Ты полон сюрпризов. Мне лучше. Хороший дроид. Так, вторая попытка. Что ж, так, взбирайся. И как ты здесь очутился? Не помнишь? Мне не встречались забывчивые дроиды. Не поспоришь. О, ящик. Надеюсь, джедаи не против поделиться снаряжением. Это что-то полезное? Нам нужно вон туда. Я чувствую. Ты отметил все места, где мы были? Я не смогу туда добраться. Нужен другой путь.
Куда же ты? Ты нашел что-нибудь, Биди один? Кто-то хотел добраться до хранилища с помощью этого. Беди один. Хорошо. Уходим. Что нашел? Там что-то есть?
еще? Это не просто учитель. Да, путь труден. Порой кажется, это невозможно. Но упорство и сила помогут преодолеть любые преграды. У тебя все получится. Так, теперь двигайся ко мне. Хорошо, Падаван. Теперь доберись до меня. Я смог. Упорство и сила и правда помогают. Просто вспоминаю старые трюки. Покажешь снова тот короткий путь? Иди. Просто проверяю, здесь ли ты. Ты нашел что-нибудь, Биди один? На перегонки? О, держись! Это еще не конец. Ладно, ладно, ты бы все равно выиграл. Наверное.
Впечатляет. Что такое, Биди? Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я мастер Эна Кордова. Мы не знакомы, но мне известна твоя цель. Судьба Ордена Джедаев в твоих руках. Это место, это... хранилище. Бывший храм давно угасшей цивилизации Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силы, видение конца. И я спрятал в храме джедайский голокрон с именами и координатами детей галактики, чувствительных к силе. Впереди тебя ждет камера хранилища и еще одно испытание. Я могу доверить голокрон лишь тому, кто понимает меня и идет тем же путем. Найди же гробницы трех мудрецов и научись видеть таинство силы, как Зеффо видели их. Этот дроид станет ключом к успеху твоего предприятия. Отправляйся на Зеффо. Там ты познаешь мир в эпицентре бури. Удачи, джедай. Да пребудет с тобой сила. Так это с тобой я должен был познакомиться. Знаешь, я очень долго был один. Я жил без цели, прятался. Так жить нельзя. Ни джедаю, ни дроиду. Может, Цера права. Может, хватит прятаться. Эй! А хочешь, познакомлю с моими друзьями? Привет, Бедядин. Думаю, я нашел, что ты хотела. Похоже, так и есть. Мы вас ждем.
Не открывается. Выходит, что Зефы интересовались Датамиром. Странно, что столь мирная раса была увлечена местом, где царит только тьма. Обратный путь должен быть короче. Что это за место? Здесь джедай изучал ту сферу, что наверху. Я чувствую его восторг.
Судя по виду, воняет это существо похлеще гриза. Жаль, что щуп-адаптер сломан. Но дать отпор тому богату — ты храбрец. Бедного Боблика убили. Он пытался защитить свою семью. Что? Что нашел? Ты прошел испытание. Так ты знала о беде один? Заходи, поговорим внутри. О, Биди-1, это Гриз. Привет. А это что? А ну, брысь! Прочь! Прочь, не надо! Фу, убирайся! Иди вон! Это Биди-1. Наш друг. Мне плевать, чей он друг. Да ты хоть знаешь, как трудно вывести масляные пятна с обивки из шерсти Патоли? Нет, не знаю. О, и не говори мне, что он нашел только дроида. Успокойся, Гриз. Не только. Расскажи, Кэл. Хранилище построила древняя цивилизация Зефа. А джедай Эна Кордова спрятал там что-то внутри. Что он там спрятал? Голокрон из архива. В нем список детей, чувствительных к силе. Поколение джедаев, я так и знала! Ох, Кордова Дуралей! Ты знала его? Да. Давным-давно я его ученица. Кордова был одиночкой. Наверное, лишь этот дроид и я знаем о Богана. Минутку, погодите. Гола что? Голокрон. На нем информация, доступная лишь джедаям. Сейчас, у меня завалялся один.
используй силу. Говорит Оби-Ван Кеноби. С прискорбием сообщаю, что наш Орден Джедаев и Республика пали. Список чувствительных к силе поможет возродить Орден и свергнуть Империю. Ну ладно, и в чем проблема? Найдем его! Но Голокрон спрятан в хранилище, и найти его можно лишь следуя по пути Кордовы. Еще Эна говорил что-то про Датамир и о планете Зефа. Ясно. И куда мы летим? Я интересуюсь, потому что нужно же приготовить еду. Ладно. Но для начала хочу понять вот что. Почему ты больше не джедай? Одно событие сильно изменило меня. И я больше не пользуюсь силой. Но ты хочешь возродить Орден? Я считаю, что Орден Джедаев — это наш шанс победить Империю. А что ты считаешь? Я считаю, прятаться от Империи бесполезно, так что выбора нет. Кэл, пока ты жив, у тебя всегда есть выбор. Так ты в деле? В деле. Датамир или Зефа? Выбор твой. Эй, Крис, что это за штука? Что? Ты никогда раньше не видел террариум? Видел. Но разве там не должны быть растения? Ну, я был немного занят, возил тебя по галактике. Кстати, можешь отблагодарить меня семенами. Ты же ненавидишь природу. То, что снаружи, еще как. Но за достаточно толстым умбарским стеклом оно само совершенство. Ладно, посмотрим, что удастся найти. Уже проросло. Если не готов лететь, не трогай меня. Цера, ты чувствуешь силу? Да. Но я не открываюсь, а подавляю ее. А ты должен делать все наоборот. Я тут вспомнил кое-что о себе, что было до истребления. Было больно, но часть меня будто вернулась. Не бойся.
Ты учишься снова принимать силу. Как ты поняла? Я ведь знаю, каково это жить без нее. Ладно, буду стараться. Поговорим позже, Кэл. Так, посмотрим, куда дальше. Зефо? Конечно, вылетаем. Все эти полеты немало поистрепали Богомола. Будто раньше он был идеален. Раньше он был превосходен, а теперь... Ой, не удивляйся, если я выставлю тебе счет. Кто-то на мели? Говорю, конечно, не без этого. Но я привык. Ты росла в достатке? Достаток для джедаев не особо важен. Ага, я тоже рос бедным, но было неплохо. Мы с ребятами знали, как развлечься без денег. Тогда-то я и научился играть в собак. В игру на кредиты? Странный выбор. Мы были детьми и ставили на кон всякую ерунду, от еды до камушков. Только вот когда мы выросли, все изменилось. Камушки перестали котироваться. Без всего этого галактика была бы лучше. Так, мы на месте. Полезай в кресло. Там буря разбушевалась. Слушайте, не лучшее время для посадки. Да, что-то не так. Ветра создают помехи для комов. Эй, Кордова говорил что-то о штиле в эпицентре бури. Я вижу поселение прямо в ее центре. Нужно добраться туда. Вас понял. Парень, порывы ветра нам не страшны, если он не усилится. Скажи железяке, чтобы держал свое мнение при себе. Я уверена, что все под контролем. Конечно, под контролем, но все не так просто. Так, держись, держись, держись! Безупречно! Гризи может, детка. А, но комы по-прежнему ловят очень много помех. Пара минут, и я все настрою как надо. Займусь поисками следов Кордовы. Ладно. Выйду на связь, как все настрою. Кэл, подойди. Ты хорошо проявил себя на Богана. Чем больше узнаем о Кордове и Зефе, тем выше наши шансы остановить Империю. Я слышал о древних культурах, но мало что о них знаю. Я знаю лишь то, что Кордова был одержим Зефа. Считал, что их учения очень важны. Меня тоже занимали тайны нашей галактики. Принимайся за дело. Здесь можно многое узнать. Удачи. Я вижу, вы оба многое пережили. Это нелегко. Да, нелегко. Но я думаю о тех, кто когда-то в меня поверил. Если я отрекусь от себя, то и от них тоже. Уверена, у тебя есть свои примеры. Прав. Мой друг с браки. Он пожертвовал собой ради меня. Он верил в тебя. От тебя многие зависят, даже если они об этом пока не знают. Не сдавайся, Кэл. Ради Прауфа. Ради всех. Беди, ценный дроид. Кажется, ты и правда ему нравишься. Кордова, наверное, очень любил дроидов. Раз решил оставить такую важную информацию у BD-1. Я полагаю, он выбрал BD-1, потому что искал возможность хранить закодированные данные. Такой дроид-исследователь – подходящий инструмент. Но я уверена, что он непростой дроид. Пожалуйста, я пытаюсь собраться с мыслями. Крепчай, малыш.